Ну что, наконец-то на свободе ты? Сейчас меня расколдуют, а то мне уже в лес пора бежать. Положи время на стульчик, а то отвлекать будет меня. Да, отвлекать тебя не надо, а то еще в кого-нибудь превратишь. Ну нафиг, положу я ее. Вот, садись, Грэнни, сюда. Так, а теперь мной занимайся. А то мне срочно уже возвращаться пора. Ну, не подведи. Чорики, морики, бровики, суровики. Ну, наконец-то! Это мое тело! Ой, получилось! Получилось, наконец-то! Правда, с десятой попытки. А шель-то моя где? Шель! Марафиня! Шали-то нету! Как так? А, ну ладно, я у лешего возьму. Рисковать не будем, а то опять в кого-нибудь превращу. Ну все, побежала я. А с тобой, Грэнни, монахиня сама разберется, расколдует тебя. Иди, иди, мы сами тут разберемся. А то тебе некогда. Доберешься сама, дорогу, надеюсь, найдешь. Не маленькая. Все, побежала я, детки, побежала. Нинелька, включай телевизор, давай посмотрим. Что будем смотреть-то? Давай лучше Нинельку-акварельку. А может, комедию лучше? Нет. Ну, давай включай Нинельку-акварельку. Это цветочек, но он не простой, он волшебный. Смотри, смотри. А я говорила, что она смешная. Да, правда. Ничего страшного, я тебе сейчас помогу. Смотри. Чтобы у мальчика было две ножки. Чтобы он со мной играл. Вау! Ау! Ой, что-то у меня живот бурлит. Иди покакай и пописай. Да, сейчас я приду. Сейчас приду. Музыка какая-то. Это что, полтергейст у нас появился? Нинелька вон вроде дома сидит, а здесь музыка. Ой, надо голос перебираться, а то без Нинельки страшно мне тут будет. А сейчас пока в кустики схожу. Монахиня, ну все, Бабу-Ягу расколдовала, теперь меня расколдуй. Сейчас, сейчас, Грэнни, книгу свою волшебную возьму. Ой, опять забыла закладочку положить. Что же делать, что же делать? Где же заклинание-то то искать? Вот сколько полно заклинаний. Монахиня, хватит книгу свою волшебную рассматривать. Давай уже читай заклинание. Это тоже не то. Не читаю я, а еще закладочку. Не положила вот, а теперь... Блин. Ну ладно, ищи. Это не то. И это не то. Монахиня, а помнишь... Я тебе когда-то помогла. Да помню, я помню, что я тебе должна. Я сейчас делаю все в лучшем виде. Потерпи. Ну ладно, ищи, ищи. Так, вроде это подходящее. Так, все, читаю. Пикапу, трикапу, батала, мотала. Ты что творишь, монахиня? Ты за что меня в клетку посадила? Не хотела я в клетку тебя. Это вот все заклинание. Это не я, это вот заклинание. Ну его. Ну нафиг эти заклинания. Я лучше поколдую своими
ручками. Что-то я про ручки-то забыл. Давно свои. Пора. Ах-халай, мах-халай. Сим-салабим! Что это с погодой? Резко поменялось все. Ой, даже потемнело. Ой, что это со мной? Что это со мной? Что это со мной? Ой, прошло. Ой, надо в дом к Нинельке бежать. Что это я и бита моя. Ой, ручки-то не разучились еще мои колдовать. Есть у меня силушка-то. Есть у тебя, монахиня, силушка. А то я засиделась в зайцах-то, что голодная стала. Такая голодная. Сейчас я этой бабке устрою. Разозлила она сильно меня! Должок я тебе вернула. Если что, приходи. Помогу. Ручки еще работают. Спасибо, монахиня, что расколдовала меня, но мне нужно бежать. Мне нужно срочно расправиться с этой бабкой. Я это так в покое не оставлю. Ну все, пока. Пока. Осень наступила. Пора ехать в город. А давай я с тобой поеду. Участок я уже убрала. Что мне тут делать? Классная идея. Мне с тобой весело. А то родители всегда на работе. Я у вас зиму перезимую, а весной обратно сюда приеду. Ну все, пойду я тогда вещи собирать. Иди, а я позвоню маме. Обрадую, что ты едешь к нам на зимовку. Хорошо, пошла я. Алло, мама, привет. Не приезжай за мной, меня бабушка привезет. Выходи. Подожди, я сейчас дверцу закрою. Ну, все, поехали. Поехали в город.